Бабочку с черепом на спине мечи смогут увидеть в Краеведческом музее. 7 октября открывается выставка «Украшение планеты». Экзотические бабочки с размахом крыльев до 30 сантиметров, цикады, жуки из России, Южной Америки, Африки, Азии. Всего больше 1500 экспонатов. Один из них – бабочка «Мертвая голова». Такое название она получила из-за рисунка на спине, который напоминает череп. Кроме того, бабочка способна издавать звуки. Он очень любит разорять пчелиные гнезда и пытается жужжать, пытается подражать, по-моему, чтобы его приняли за своего.